Всех приветствую. Хочу в данном видео записать отзыв о вот таком масле. Масло торгового дома Мартьянов для столешниц, деревянной посуды, рабочих поверхностей. Данное масло я купил по просьбе одного из заказчиков, который у меня заказывал много торцевых разделочных досок. То есть он сначала взял на тест несколько досок, и ему все понравилось, кроме финишного покрытия. То есть то масло, которым я пользовался до этого, ему не понравилось. Я пользовался обычным вазелиновым, оно же минеральное масло, которое продается в аптеке. Вот, им, ну, много кто пользуется. В общем, я прислушался к человеку, взял то, что он попросил. Это было масло Мартьянов, либо он еще рекомендовал Биофа, но я его не нашел в продаже. Вот, а Мартьянов есть всегда на официальном сайте, это наш российский производитель. В общем, что, данное масло сохнет в течение суток, полимеризуется, первый, ну, внешний слой. А то, что впиталось внутрь, в течение 3 недель засыхает полностью. После чего изделие можно купать. Полноценно купать, мыть. Сейчас попробую заснять. Вот. Внутри древесины может занимать до 3 недель. Полная полимеризация. Как раз вот у меня есть такая солоночка тестовая. Это моя, я с нее соль уже выпотрошил. Вот, я ее покрывал таким маслом, как раз проверить, как это масло работает. Вот, ну я, естественно, уже до того, как это все снимать, попробовал. Результат меня удовлетворил, даже впечатлил, я бы сказал. Я хочу это вам показать. То есть, в сравнении с другим изделием, которое покрывалось вазелиновым маслом. Вот, смотрите, я его мою, купаю. И видите, вода в него не впитывается. Вот это отлично, вот здесь вот видно. Вода капельками на нем собирается. Потому что масло создает вот это Мартьянов, на нем водонепроницаемую пленку. При этом эта пленка еще является паропроницаемой, то есть древесина дышит. А вот смотрите, что происходит с доской. Это вот обычная разделочная моя доска, которой я постоянно пользуюсь, там мне ее не жалко. Она тоже дубовая, ну только обычная. Вот смотрите уже, какие торцы стали. И вот видите, вся вода в доске. Вот здесь хорошо видно. Ну вот здесь вот эта доска просто жирная, вот здесь вот не впиталась, потому что я на ней рыбу какую-то резал. Вот. Ну, это такая же доска, которая не жалко, это просто из обрезка была сделана домой. Вот. И вот изделие, которое уже покрыто маслом. Вот для сравнения. Я почему решил записать, ну, отзыв о данном масле? В общем, когда я искал, где купить это масло, я натыкался на такие отзывы, что данное масло очень плохо пахнет. Вот, и что с ним невозможно работать, невозможно покрывать им изделия, для того, которые будут контактировать с пищей. Вот. Ну, я все равно не испугался этих отзывов, потому что я видел, как с этим маслом работают и на других столярных каналах. Тот же Александр Периков, он постоянно работает. Вот. И я спросил вот у него про это масло. Он говорит, что нормальное масло, хорошее. Я купил это масло. И после того, как я им поработал, да, я могу сказать, что оно действительно пахнет. Ну, первые сутки оно только имеет неприятный запах. И то терпимый. Просто люди, видимо, не работали с другими маслами. Вот, интерьерными так, и так далее. Интерьерные вообще ужасно пахнут. Только на открытом воздухе работать. С этим маслом можно даже в помещении работать, покрывать им, ну, тарелки, доски. Вот. И в течение первых суток запах отвратительный уходит. Остается только запах льняного масла, в принципе, на основе которого оно, скорее всего, и сделано. Вот поэтому я вот могу только положительно отозваться о данном масле. Потому что после того, чем пользовался я, и вот после вот этого масла, ну, это небо и земля. Это изделие не стыдно отдать человеку и быть уверенным в том, что оно ему будет долго служить. Вот, и человек будет доволен. Спасибо всем, кто посмотрел. Все, всем пока.